Значит, конечно, мы готовились, мы до этого предыдущий матч не очень хорошо сыграли, поэтому у нас были такие настроения, что перед матчем Суперкубка нам обязательно нужна была победа, и мы знали, что Белгород сейчас очень хорошая команда, которая сыгранная и у которой упор идет на подачу. Что и показала третья партия, когда у Белгорода летит подача, ну, очень сложно что-то противопоставить было. Вот, важно было это перетерпеть. Ну, первые две партии, наверное, это было очень много ошибок. И с одной, и с другой стороны, нужно отдать должное, что потом мы увидели очень качественный волейбол на протяжении третьей-четвертой. Мы рады, что закончилось все так, что мы победили, потому что в концовке было, ну так, нервная концовка, назовем так, да, обидная ошибка связующего Воропаева, когда вот буквально от одного мяча все зависело, вот, но в итоге как случилось, так случилось.